Первый концерт в краевой музыкальной школе и сразу звезды, состоявшиеся на сцене большого репетиционного зала народный артист России Денис Мацуев и скрипач-виртуоз Павел Милюков. И только начинающий свое восхождение юное дарование 13-летний Лев Бакиров, пермяк. Сейчас он учится в школе имени Гнесиных в Москве. Я так рад, что у нас в школе наконец-то появится такая большая музыкальная школа. Я хотел бы здесь учиться. Уникальное четырехэтажное здание в форме рояля рассчитано на 350 мест и интернат на 100. Всестороннее развитие – это не громкие слова. Ребята будут, конечно же, заниматься творчеством в первую очередь, ну и получать общее образование. Вот это, например, кабинет химии. Знаковый для Перми объект вместе с почетными гостями осмотрел губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Краевая музыкальная школа – один из инфраструктурных проектов программы «Пермь-300». Важно, чтобы вот это здание, оно приносило даже не на 100, на 200% пользу. Здесь учились талантливые дети. Ну и, конечно же, вот та инфраструктура, это концертный зал, должны, опять же, использоваться для проведения концертов или репетиций. Учебное заведение оценили и именитые музыканты. Я даже не сомневаюсь, что та начинка, если так можно сказать, культурная начинка и талантливая, способная, вот эта аура, которая здесь должна быть, и она здесь обязательно будет. В ближайшее время начнутся прослушивания для детей, будет сформирован педагогический корпус. Многие, не побоюсь этого слова, мечтают преподавать в такой школе. Мы собрали уже огромный пласт педагогов по всем специальностям музыкальным. И это даст нам большой толчок. Учеба в новой краевой музыкальной школе начнется уже 1 сентября этого года.